Вокруг Чернобыльской АЭС на Украине вместо зоны отчуждения появится заповедник. Он станет одним из крупнейших природоохранных территорий, страны общей площадью 227 тысяч гектаров. Заповедник расположен на территории Киевской области в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения. Самое интересное, что деньги на благоустройство дала Германия. Еще весной ФРГ выделил 14 миллионов евро.